философский вопрос, что такое счастье и как стать счастливым? Да, значит, как стать счастливым? Знаете, как Козьма Прутков говорит, что хочешь быть счастливым, будь им. У разных людей, да, как бы разные представления. Вот, у одного счастье в семье, у другого счастье в работе, у третьего, чтобы не было войны. И я не думаю, что есть какой-то общий рецепт. И как стать счастливым? Надо быть самим собой. Мы очень много и очень часто живем не свою жизнь, а ту жизнь, которую нам выдали, как бы, да, общество, школа, родители, вот в силу чего-то, они нам ее так прописали. И вот та мелодия, которая наша, да, которую нам Создатель дал, как бы в момент, когда душа наша в тело поселилась. Вот и мы свою мелодию не отыгрываем, и мы не можем в этом смысле быть счастливыми, потому что мы не выполняем ту функцию, для которой мы живем. И никто вам не скажет, где оно, ваше счастье, какая там у вас эта мелодия. И сами вы тоже этого знания не имеете от рождения. Но дальше получается такая вещь, что смысл нашей жизни состоит в том, чтобы искать себя, искать вот эту свою мелодию. И вот, если вы в этом процессе находитесь, вот вы на пути к счастью. При том, что это, конечно, сиюминутное такое ощущение, что вот вы сейчас счастливы. Но в целом вы можете не быть вот такое счастье ослепительное, но вы чувствуете себя хорошо, потому что вы на правильном пути, и у вас настроение хорошее, и вы светитесь. И у вас улыбочка, и другие люди на вас смотрят и радуются, и все хотят с вами дружить, потому что вы вот такой самореализованный человек. И вот я считаю, что вот это путь. Как стать счастливым? Себя надо найти. Понимаете, не то, что тебе сказал кто-то, и даже те, кто тебя как бы очень любит. Понимаете, они ничего про вас не знают толком, и они не могут судить. Понимаете, никто из нас не может судить, что нам отпущено свыше. Поэтому я бы так сказал.